Какой суммы стартует заработная плата офицера полиции и какие средние цифры при получении звания капитана? При поступлении в полицейскую академию 42 тысячи долларов в год и при звании капитана 178 тысяч долларов в год. Ребят, я никогда не подходил к этим цифрам, к деньгам, но меня уже замучили подписчики, только это в основном хотят знать. И я вам сейчас полностью разложу от «о» до «ё». Значит, при поступлении в академию рекрут автоматически начинает получать 42 тысячи долларов в год. После академии становится офицером, и он рекрут, включая полицейскую академию, 5,5 лет в сумме, у полицейского заработная плата поднимается до 98 тысяч долларов в год.